Ну что, друзья, что-то мне не спится. Вот решил сыграть в Юрский мир. Давай попробуем маленечко поиграть. Тут как раз на аренке можно побегать. Я думаю, это лишним не будет. Так, и, кстати, можем пройти события. Заберем здесь ДНК. Что у нас тут еще есть? Так, здесь тоже у нас накопилось. Отлично. Тут наградушку заберем и посмотрим заодно, что у нас тут есть. Кстати, Раджастегу, ребята, я прокачал до 20 уровня. И, кстати, да, мы же хотели что-то поставить. По-моему, тираннозавра, если я не ошибаюсь, да? Мы вроде бы хотели влепить на дальнейшую прокачку. Так, хищники, где у нас тут? Тираннозавр, нет, не мод 2, а вот этот вот. Перейти, да, начать эволюцию. Пускай прокачивается до 30 уровня. Ребята, это будет круто. Это будет на самом деле круто. Будет у нас мощный Т-рекс. Так, ну а пока давай посмотрим, что у нас там по событиям. У нас есть схватка чемпионов. Блин, я вот не знаю, стоит ли сюда идти в эту схватку чемпионов, если честно. Смотри, вот он, Раджастегочка наш, родной. Ты посмотри, насколько он мощнее всех этих тираннозавров и тому подобное. Пойдем, наверное, мы с тобой, наверное, на аренку. Или что? Нет, давай лучше на арену пойдем. Немножечко тут, как говорится, повеселимся, подеремся. Так, сейчас, наверное, деньги соберем по-быренькому. Кстати, можно здесь же нам поставить кого-то... Ух, пока еще никого нельзя. Блин, как же я хочу, чтобы у нас этот появился новый динозавр травоядный. Это будет классно. Тем более, это бриллиантовый. Это не какой-то там замухрыха. Это бриллиант. Жалко, что мы максимум можем его прокачать только лишь до 10 уровня. Но это пока. А возможно, в дальнейшем нам будет выпадать еще карточки. Да, и мы, конечно же, его с удовольствием прокачаем. Так, здесь, наверное, вот так сделаем. Да, с деньжатами что-то как-то у нас, если честно, напряженка. Было вроде 15 лямов, а осталось всего лишь, ну, где-то десятка, да, грубо говоря. Это мало. Плюс, ты не забывай, что мы с тобой сарказуха, по-моему, можем прокачать. Мы же не зря с тобой его получали. Тоже об этом не стоит забывать. Ладно, короче, это все потом. Ну что, пошли на события, даже не на события. Вот, сюда. Поехали. Ту-ту-ту-ту. Так, ну что, начнем, наверное. Так, возьмем Эдиоморфодона. И давай Диплотатора. Посмотрим. Хотелось бы посмотреть, кто нам здесь выпадет. Твою налево, ты посмотри, просто жесть какая-то происходит. О-ля-ля. Так, 520. Это ужас. Это кто? Это нодозавр. Да, если он мне два раза звезданет, о, мне мало не покажется. Меняет? Опа. Опачки, аж чего вдруг ты, братуха, решил поменяться-то? Интересно, может звездануть ему два раза, а? Давай попробуем. Все-таки в защите простоял, да? Все-таки он брал защиту. Опять же меняется, ага. На нодозавра. И атакует. Блин, в ответ кому что ли звездануть? В ответку. В ответку-то понятно, но... Ладно, поехали, рискну. Ох. На тебе. Слушай, сработала ответка.
Выходит пристазух. Ай-яй-яй-яй-яй, запинает. Запинает, друзья. Но зато у нас есть. Так, он все потратил, да? Все потратил. А мы можем, наверное. Да, я, наверное, сделаю все-таки вот так вот. Раз, два. И бонус. А вот последний поединок будет, конечно, жесткий. У него сколько? 4 очка, да? Ему нужно слить 2. Жизнь у него 636. Посмотрим. Тем более. Тем более мы его здесь запинаем. Подожди, помню, что-то как-то громко. Ну, ребят, не спится мне, понимаешь? Не спится. Вот сижу. Время 3 часа 55 минут ночи. Дрынкой называется. Нет, чтобы спать. В общем, здесь победа. Здесь победа, и мы переходим с тобой дальше. Надеюсь, что-нибудь, может быть, хорошее подгонит нам. Ох, ничего себе, меня скинули на 86-ю позицию. Ёк-макарёк, ребят. Здоровски. 30 тысяч монет. Как щедро с вашей стороны. Ладно, поехали дальше. Ну что, здесь я возьму анкилодока, наверное, Эдди Морфодона. И все, и больше брать некого, прикинь. И больше мне некого взять даже. Нет, ну я, конечно, могу Раджастегу взять. Ну, давай посмотрим. А дальше-то как? А дальше-то кем играть? Дальше неким. Ох, ё, это кто такой? Сколько у него там? Фига себе, это кто такой, ребята? Церазинозавр. Вы чё, совсем, что ли, одурели? У меня нет слов, это... Это просто трындец, ребята. Это просто трындец. Он просто меня сейчас с двух ударов. Ну это заведомо проигрыш. Это просто здесь невозможно было сыграть. Ну и здесь то же самое. Я вот тут заколупаюсь ковырять. Кто-то мне там про Индоминус Рекса говорил. Ты посмотри на вот эту махину. И теперь вспомни Индоминуса Рекса. Это, по-моему, жесть какая-то. Мне кажется, таких не существовало раньше. Ребят, я просто слил свою армию. Армию своих динозавриков. С этим вообще невозможно ничего сделать. Если вот с этим еще, ну, как-то можно было бы, наверное, сыграть, то здесь... 2000 атака. Я-то думал, что у меня Раджастега крутой. Угу. Крутой. Я не знаю, ребята. Церитозавр какой-то там. Откуда он его вообще взял-то, а? Откуда он такого взял? Скажи мне на милость. Я даже боюсь представить, кто находится в высшей лиге и какие у него там, извини меня, динозавры. Просто боюсь представить. Так, ну что, здесь мы с тобой уничтожаем Акантостегу. Тупандактиль. А он по атаке слабенький, ребят. Ну-ка проверим. Ну, неплохо. 3 очка действий. Ну, как вот он потратит? Ну, я сомневаюсь, что он будет меня атаковать. Ну, видишь, он меняет.
Он поменял и, в принципе, ребята, наверное, и проиграл. Угу. Хлоп. Это был Раджастега 5 уровня. И опять Тупандактиль появился. Ну, здесь, наверное, запинает нас все-таки. Скорее всего, да. Ну что, Топиалозавр, ты готов выйти? Побороться? Конечно, готов. Погнали. Разноси его. Вот и все. Вот и довыеживался. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. Ну, мне кажется, это беспонт какой-то. Мы тут продвигаемся. Как кот наплакал. Смотри, с 86-й она 74-ю. Да ё-моё, ну дали бы мне лучше 20 долларов. Я бы хотя бы... Так, вроде бы, ребята, все. Здесь драться-то неким. Что-то пришли, я только зашел в игру, ничего даже толком не сделал, у меня уже все. Мне драться больше неким, зашибись. Ладно, давай... Нет, нет, не босс события, а я хотел посмотреть ПВП-шечку. Только не вот обычную, а какую-нибудь... Ну давай попробуем так, так и вот так. Я не знаю, там... Кого против нас могут здесь поставить. Тут видишь, вот как ты вот это вот поймешь. Я, например, не могу врубиться. Как вот это вот. Как вот с этим разобраться. Так, ну здесь-то понятно. Здесь не хватает ледяшки, да, нам. Так, мой ход 420. Да 420. О как. Поменяемся. И защиту возьмем. Угу, атакует. Даже как-то непонятно, кто тут против кого. Давай так, я не знаю, ребят. Другого варианта не вижу. Если он сейчас пропечатает мне вот именно 3 атаки, то все. Будет фейл. А Паноктус... Слабая у него, конечно, атака у Паноктуса. Так, ну что, друзья, я, наверное, буду сливать здесь все. На тебе. Так, Уинтотерий. У него 248. Блин, ну тут 5. Блин. Ну сейчас, конечно, пропишет. 3. У него 1800 хп. А чё так дофига-то? Эй, 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 эй. Чё-то как-то... Раз, два. Вот так вот я сделаю. Пять. Блин, опять что ли нам кранты? 300 на 5, это получается... Ну да. Нет, тут выживаем. Тут мы выживаем. Так, 2 очка 10 он оставил у себя, да, получается. Так, мне все сливать придется, блин. Так, и Димерфадон. А, Димитродон. Сейчас нахлобучит мне. Угу. И сколько там? Сейчас посмотрим, сколько у нас Паноктус. Блин. Слабоват ты, Паноктус.
Слабоват. Ну давай, Димитродон, ходи. Отлично. Ну все, ребят, тут мы его запинываем. К нашему великому счастью. На, на, на тебе хвостиком. И откатился. Ну, молодец, молодец. Крикун такой, да? Ну что, давай посмотрим. Приз эксперта, как ни крути, ребята. Не хухры-мухры. Ай, еда. Давай еще разок крутанем, посмотрим, что нам выпадет на этот раз. Да пижара. Хорошо, так, мы можем с тобой сыграть вот здесь, вот, водное с модами. Раз, два, три. Выбираем. Например, возьмем шипы. Возьмем, например, прочная кожа. Чего-чего? Это вот это, бодрость? Ну, поехали, поехали, так уж и быть. Сейчас каких-нибудь бизонов против нас повесят, как всегда, да? Блин, а почему у меня гигантский артакун не прокачан? Ёк-макарёк, до 20 уровня. Это что за дела-то? Ой-ё! Чё он там? Подожди, так дело не пойдет. Эй-эй-эй-эй-эй! Так, он ходит первым. Кто у нас против них идет? Ага, тилозавр. Это что у нас делится? Получается, мне нужно вот так, что ли, поменяться? И при этом еще и атаковать, так? Я одного не помню, это что за мод? Распределяет наносимый урон по всем существам противника. А-а-а. Сейчас он тут распределит. Не? Это ужас. Да хорош ты, твою налево, блин. Так ты посмотри, он 30 уровня, ребята. Гибрид. Это что такое? Плюс вот здесь вот в шоке. Этот погибает, что ли, Генон? Нет, Генон, ну почти, ребята, же погиб. Да. Сто сорок две. А Генодус, давай Генодуса, наверное, возьмем. Раз, два, три. Давай полностью. Воу, 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 воу. Он защитился. Ты прикинь, он взял 4 защиты, ребята. 4, мать его, защиты взял. Ну, здесь ему надо потратить всего лишь 2. Правильно, 2. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Раз, два. Получается 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ну что тут? Что тут скажешь? Нам кранты.
Моя защита против 587 атаки не поможет. Опять же, ребята, вам скажу. Только лишь потому, что он гибрид. Только лишь потому, что он 30 уровня. Был бы он такой же, как я, там, 20 или 10 уровня. Ну, пускай даже 20. Ему не поздоровилось бы. Ну, и еще плюс, конечно же, моды. Моды тоже сказываются. Я взял какой-то... Ну, не особо хорошие моды, если честно. И из-за этого проиграл. Так, вроде бы больше нам пока и нечего. Не то, что даже нечего, а неким. Нет, я могу, конечно, еще сыграть в ПВП-шку. Вот в эту, но я не хочу обычную водную. Давай вот так вот сделаем. Так. И подожди. Опять у нас водные, не все прокачанные. Так, во-первых, вот этот вот. Прикинь, такая акула плавает, да? Смотри. Это была акула. Представляешь размеры вот этого ящера? Да, где этот Артакон? Артакон, тебе тоже надо 20 уровень. Хоп. Круто, да? Он поймал. Хоп-хоп-хоп-хоп. И быстренько захомячил. Так, тираннозавр. Здесь у нас тоже все забито, да? Все забито. Ну что, давай, наверное, последнюю ПВП-щечку сделаем. Раз, два, три. Давай, наверное, пронзающий укус. Вот так. Что такое несокрушимость? На 15%. Ну это фигня. Поехали. Посмотрим. Здоровье практически у всех одинаковое. 1004, ну 1500, грубо говоря, да. И практически урон тоже у всех одинаковый, ну, на 10 уровне. Ну вот, ребята, вот и приплыли. Вот и приплыли. Опять же, Лептостега тут со своими 930 к атаке. Хоть и здоровья не очень много, ребят, но 930 к атаке. Куда, блин? Ну куда, вот скажи мне. Придется нам брать Артакантуса. Придется нам брать Артакантуса и допочки. Что у него тут вообще? Увеличивает запас УЗ на 15, повышает показатель атаки на 40, снижает УЗ на 25 и дает нули... Ага, вот как. Он одну атаку все-таки делает, да? Раз, два, три. Нам придется все сливать. Но три, неужели нам хана? Да как так-то, блин? Ну как так, ребята? Я не знаю. Просто не знаю. Семьсот сорок восемь. Откуда у них такая атака-то? Ну понятно, что тут нам крышка. Все тут. Нет, водных надо прокачивать. Это вообще ни туда, ни сюда. Да что ты там со своими этими очками адреналина? Тут же понятно, что мы проиграли. Это манит. Да. Вот так вот все это дело происходит. Да, 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 да. Не получилось. Ну, что я могу сделать, ребят? Я хотел что-то сделать, и я сделал. Получил люлей.
Причем по полной программе. Теперь я даже не знаю, буду я этот ролик выкладывать или нет. Позор какой-то. В последнее время что-то мне не везет. У меня вот в растениях герои растения против зомби. Ну, растения против зомби, герои, да? Просто, ребята, не могу пройти. Такой расколбас там происходит. Здесь тоже сейчас не могу пройти. А может быть, потому что я ночью играю, мозги нифига не соображает? Не знаю. Ладно, друзья мои, будем закругляться. Увидимся уже завтра. Всем пока и удачи.